Амурка. Привет, друзья. Утренняя Паттайя. Паттайя, как правильно, даже не знаю. Вышли на какую-то оживленную улицу и гуляем. Позавтракали. Так, надо найти какое-нибудь значимое место и привязаться к нему. Где мы вообще находимся? Девять часов. Солнце уже высоко. Пол седьмого уже солнце падает по океану. А мы пошли гулять. Вечерний променад. Баирка, Аюна и Тимурка. Решили съездить на Джамтен, на рынок и там покушать. Что сидеть? А Саня у нас уже нагулялся. Остался дома. А мы идем кушать на Джамтен. Далеко Джамтен находится от центра Паттайи. Приехали на Джамтен, на рынок. И вот Баирка начинает процедуру опрыскивания своих от комаров, москитов. Комары кусаются здесь тоже не по-детски. И в отеле летают. Год назад мы здесь кушали с Юрием Борисовичем. Это елку я не помню, по-моему, не было елки. Чанг, чанг, чанг. Чанг, 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 чанг. Че? Этот маленький человек что-то просит, да? Ну, давай. Банан хочет? Да. Пошли, пошли. Вот такие тоже вкусные, Аюна. Не, они что-то такое. Стремные? Ай-яй-яй. Рынок. Салат хочешь? Вот такой салат вкусный, да? Я бы лучше такой взял. Ну, ладно. Набрали еды и... Пиво. Сейчас, секунду. Что, улетело что-то? Не поймал. И за наш приятный вечер. Чин-чин! Да. А Тимурка у нас пьет банан Орео. И еще успевает играть в игрушку. Ох, ты маленький бандит. Вечерний Джамтен. Улица Жамьянова. По-батоевски. Рынок как называется будет? Ой, Джамтен Найт Маркет. Джамтен Найт Маркет, ночной рынок. Ривера. У нас-то какой Сиа сайт вот там дальше был. Еще южнее. Тимурка пошел вот на эту детскую площадку бегать. Энергии вагон. Носится как горилла. Ну что, конник такой классный. Какой высокий-то, капец. А вот там, вот смотри, там дырка, там бассейн, да? Ну там дубак, наверное. Потому что он под крышей находится. Не, он так согревается, вот так
Солнце, ты считаешь, он оттуда встает? Да ну, не знаю. Мы так во Вьетнаме, точно такой, так, такая же позиция была. В Байкале вода была. Дубак. Чисто для согрева, да? Ну, чисто так освежиться, занырнуть и выбежать. Еще на бичке прогуляемся. Очень красиво. Пальмы, деревья. Народ сидит. Кстати, наш. По-моему, весь Джамтен русский. Там девчонки сидят. Наш. И вот эта картинка мне почему-то понравилась. Пальмы. И дальше темное это море. Джамтен, друзья. Проходи, проходи. Классно. Просто сидим. Не, ну ходи там, не надо делать. Пробежать можно. И смотрим на ночное море. Пальма вверху. Фонарь. Не спеша, индусы. Самым легким по себе. Последних, кстати, тут очень много. Он же самый энергозатратный, он больше всех калорий тратит. Доброе утро, друзья. Утренние запрывы, заплывы Баира Демидова. Бассейн выходит из берегов. Научился он нас переныривать. Бассейн научил я его. Показал технику, как вести себя под водой. И он перенырнул. Молодец. Что-то там тусняк. Народ заезжает, что ли? Сейчас индийцы. Индийцев очень много. Сейчас 9 утра. Баир пришел с пробежки и бассейн. Сегодня, наверное, пойдем в аквапарк, в Паттайю парк. Там покупаемся. Ну, родители Тимура идут только ради того, чтобы Тимурка там плескался в лягушатниках. Может быть, с горки скатятся. Ну а мы для компании. Хорошо здесь утром. Кофейку выпил. Со сливками, с сахаром и с их тростниковым. Вообще хорошо. Круассанчик съел. Такой как бы утренний мини-завтрак. И мне хватает. Потом где-то ближе к 2-3 часам пообедаем. И больше вообще кушать не только надо, пить воду. Воду пьешь, вообще себя хорошо чувствуешь, потому что слишком жарко в этой стране. Тимурка еще спит. Вчера мы погуляли хорошо. Что-то надоело мне это уже пиво пить. Так, нам, у нас осталось уже 2 недели до отбытия в Улан-Батор. А у нас там в Иркутске, наверное, такие морозы. Капец. И в Улан-Удэ. Мы переждем их здесь, в Таиланде. Доброе утро, друзья. И вот мы пришли в аквапарк, Паттайя парк. Тимурка с папкой пошли на горочку, маленькую, наверное. Сегодня купаться. Ух ты, ничего там разгоняется, дяденька.
Отель Паттайя Парк, первый отель, в который я приехал в Паттайю в 2011 году или 2012 году это было, я забыл уже. Мы впервые здесь поселились. Это мой первый отель в Паттайе, вообще в Таиланде. Жил на 22 этаже. Купался вот в этом протамнаке. Тогда про чистоту воды я сильно и даже не думал. Смертельный номер. Тимурка! Вау! Молодец какой, а? Маленький. Тимур, давай, плыви сюда. 5 лет. Тимур, плыви сюда. Саня летит. Вау! Тимур, давай, выгребай. Тимур, давай выгребай сюда. Нет, все. Бесстрашный мальчик. Ничего не боится. Голубки милуются. Тайские голуби. Они в отличие от нас, от наших, такие подтянутые, стройные. Ох, как они друг друга. Что они делают? Целуются. Что это? Что это такое? Милуются. Голубки Таиланда. Оба-на. Это уже до 18 лет. Улетели. Другие. Вот мы с Тимуркой решили прокатиться на монорельсы. Вот на этой. Так. Это монорельса. 15 минут. Вот стоит поезд наверху. Мы в него сядем и поедем. А Тимурке терпешки нету. Прямо надо ехать сейчас. Да? Да. 5 минут жди. 5 минут. 5 минут. Ты такой, а? Тимурка. Это котка. Тимурка бандит. Ты сам бандит, Тимурка. Нет, ты бандит маленький. Наглый маленький бандюган. Это котка. Ты бандюган, Тимур. Я на вас у меня. Тимур и его команда. Мне нету команды. Поднимается на монорельсовую дорогу, по которой он будет кататься 15 минут, да, Тимурка? Да. Космонавт Демидов Тимур Баирович. Не упади только. Не упаду я. Мистер, куда? Куда хочешь? Куда хочешь, покажи. Покажи. Окей. Залезли. Поехал Тимурка кататься на монорельсовой дороге. Ой. Это так делают. О, вставай и кричи там мамке. Мамка! Мама Юна! Скажи, папа Баир. Папа Баир. И поехал Баирка кататься. Тихонько едем. О, смотри, море. Едем, катаемся. Смотри, там маму с папой. Вон они сидят. Мама, Юна. Нет, вон там сидят. Ну-ка, иди. Вот сюда смотри. Вот сюда. Мама, Баир, Аюна. Эй!
Аюна! Аюна! Где они? Аюна! Баир! Мы едем на паровозике! Они слышат нас. Они нас не видят. Майку, они не идут. Аквапарк, Паттайя парка. Она меня увидела. Где? Она ехала, мы ее увидела. Увидела? Да. Ну хорошо. После дневного отдыха в аквапарке Паттайя парк мы тут с Баиром решили маленько вздрогнуть. Как это сам? Самсон. Number one. Лед, кока-кола. Вот наш. Это, Аюна, что это? Ужин, обед или что это? Ну, это, мне кажется, ужин уже по времени. Ужин, да? Саня раков за... Ой, блин, как это? Креветок заказал. Крабов. Кушаем, короче. А паттайя, кстати, недавно появился, оказывается, как блюдо. Да? Потому что это во время Второй мировой войны, короче, японцы же Тайвань захватили сям. Да. Нехватка риса была. И чтобы, чтобы уменьшить потребление риса... Мы сидим, короче, на... Рисовую вообще стали делать. Как? Найт... Это Найт-рынок, да? Ну. Паттайя парк. Ну, на русском рынке мы, короче, сидим. А. Смотрите, сколько фруктов там продается. Ужас. Не-не-не. Ну-ка. Ну-ка. Бандит. Ну-ка. Ну-ка. Русский ночной рынок. 7-11. Ну-ка, хватит. Страусбери. Вот, смотри. Где моя рука? Я рука. Вот твоя рука. Ну все, хватит. А вот Тимур. Все, хватит. Тимурка. Сейчас по жопе получишь, жопа. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас маленький ветерок, бриз такой. Сейчас читал новости, с 8 января власти Таиланда, ну и правительство, наверное, Китайской Народной Республики разрешили въезд китайских туристов в Таиланд. Сейчас правительство Таиланда разрабатывает меры, что после этого периода, наверное, скорее всего, въезд в Таиланд будет только по предъявлению 2 прививок ПЦР. Ну, так написали в новостях. Если сейчас Китай прорвет границы 9 января, то здесь будет очень многолюдно. Представляете, первая нация по численности заедет в Таиланд. Русских здесь будет мало. И индусов тоже. Так что будем ждать гостей из Поднебесной. Для экономики Таиланда это, конечно, очень даже хорошо. Вот, приехав в Паттайю из Пхукета, наблюдаю, что вот действительно наслаждаюсь этим городом. А в принципе гораздо дешевле, спокойнее. Вот мы тут живем в Ханнаме в отеле. И здесь практически никого нету. Вот в бассейне мы купаемся одни. Вот нас сколько? 4 бурята. По-моему, 3 немца. И больше я тут никого не вижу.
Нету здесь больше людей. Так, если брать про курс, то скажу следующее. Когда мы уезжали из Пхукета, курс был, то есть бата к доллару, так, 34,1, 34,2. Когда мы уже отъезжали, он уже упал меньше, то есть стал где-то 33,80. Приехали в Паттайю 2 января. Ой, да, 2 января мы приехали. Пошли в обменник. Здесь мы еще обменивали 34,2. А, 34,3 мы обменяли. А вчера или сегодня мы смотрели, в обменниках уже цифра стоит 33,8. То есть бат по отношению к доллару укрепляется. Соответственно, когда были мы на Пхукете, курс рубля к бату был следующий. Доходило даже до 45, 0,45. Но это нормально. Это, в принципе, то есть за 1 рубль давали 45 этих центов тайландских денег. Сейчас же курс рубля к бату снизился, то есть сейчас 0,35, что ли, или 38 ли, ну, уже невыгодный курс. Так что, ребята, если вы собрались лететь, ну и Батоев Юрий говорил, и говорит Константин Смелов Тай, лучше с собой брать, конечно же, доллары. Покупать доллары. Сейчас, правда, рубль упал. Уже подороже приходится покупать. Мы когда покупали, вообще брали. Когда уезжали, покупали доллары за 60. Сколько брали? Это 65, 64, 66. Где-то в таких пределах. Сейчас говорят вообще, там в России. Он мне, племянница, звонила. В Якутске вообще за 100 рублей доллар берут уже. И еще их нету, не хватает. А в Иркутске, в Райффайзене мы смотрели, самый выгодный курс был. Это когда было, где-то дня 3 назад. Курс был 74 или 75 ли. Что-то такое. Ну вот, как-то так. Если какие-то будут вопросы, там Юра выпускает ролики, задавайте, он мне их перешлет, я буду, ну, в таком виде, как бы озвучивать, отвечать на ваши вопросы. В Таиланде хорошо. Конечно, по дому скучаем, по семье. Самое главное, чтобы улучшение ситуации с этим конфликтом. Я думаю, что, по-моему, еще хуже станет после новогодних праздников. Как-то все тревожно. Все тревожно. Так, хорошего дня, ребята. Зашли тут рядом с нашим отелем кафешку тайскую. Ну, вообще неприметная. Вот тут 50 метров, по-моему, до нашего отеля. Вообще рядом. Именно тайская. Здесь даже на английском ничего не написано, все на тайском. Вообще красота. Позавтракали. 50 бат. У меня была яичница с сыром. Ой, с рисом. И вода. Very good. Вот хозяюшка нас накормила. Молодец. Из фестиваля мы тут приехали с пацанами в Тукком. Тукком — это такой магазинчик электроники. Я помню, я здесь был где-то
2012 где-то году, по-моему, приезжал сюда, что-то покупал. Тупком. Дневной трафик. Какой-то храм. А напротив школа. Идем на тук-тук, чтобы уехать в центр фестиваля. А сегодня мы приехали. Ой, как приехали? Пришли? Мы везде рядом живем. Между терминалом 21 и фестивалем. Народ что-то пошел менять бабки. А я что-то не хочу. О, прохлада. KFC. Вот, может, в KFC зайти покушать. А то что-то уже... Тайская пища маленечко уже поднадоедает. Взять комбо. И все, ништяк. Прохладно, фестиваль. Хорошо. На улице жара наступает. Уже градусов. Градусов. 28-30, наверное. Когда я первый раз приехал в Таиланд в 2011 году, зашел в центр фестиваля, и он меня поразил своим величием. Большой торговый центр, огромнейший. Тут и цоколь есть, фуд-зона, и все, что хочешь. Я сразу пошел в первый магазин, который я зашел, это был Лакосте. Я купил себе поло зеленую и клетчатые шорты. Это я точно помню. И ходил в этих шортах и футболке долгое-долгое время, пока не стерлось в одном месте. Классные. Футболка, по-моему, до сих пор где-то валяется. Классная, качественная вещь. Вот так. Так, а это у нас айфоны.